Поэтому надеюсь, что тренеры, педагоги знают, что с полуфинала у нас по два раунда от каждой участницы. Также и в малом, и большом финале, соответственно, у нас по два финала. Красная сторона у нас слева от судей, многоуважаемые участницы и их наставники, наставницы. Слева у нас, справа от судей, синяя сторона. Мы практически готовы начать полуфинал. Последние приготовления. Судьи рассаживаются. Участница под номером один – это Ярулина Анна. Мы ждем тебя здесь, на танцполе. Занимай свое место. Противостоять ей будет Бигел Китсуне. Девчонки, у вас два раунда, два мощных выхода. В любом случае, с вами мы еще увидимся. На кону у нас финал, битва за золото. С кем-то мы встретимся прямо там. Удачи вам, мы готовы начинать. Диджей Карелла, заводи! Китсуне, what you got? Полуфинал под номером один. Ответ. Анна, первый раунд. Вперед. Вперед! Бит, что надо! Спасибо, Big Girls. Спасибо, DJ. С
Самое время пожать ручки, девчонки. Это был полуфинал под номером один. Не забываем о респекте, уважении. Все внимание на экран, леди и джентльмены. Первый раунд с минимальным перевесом, точнее, с максимальным у нас забирает Ярулина Анна. Что у нас по второму? Будет ли у нас тайбрейк? Все верно. Подышите немножко, девчонки, займите свои места. У вас сейчас будет тайбрейк. Тайбрейк, напоминаю, это когда мы не можем выявить победителя. 1-1 по раундам. У вас еще один раунд. С кем-то из вас мы увидимся в финале, в битве за золото. А кто-то поборется за третье место, за бронзу. Удачи вам. Надеюсь, повезет тому, кто везет. Мы готовы начинать. Диджей Карелла, заводи. Вот это бит. Китсуне. Let's go, let's go. Спасибо, B-Girls. Вот так вот это было. Это был тайбрейк. Первый полуфинал. Достойное сражение, девчонки. Все внимание на экран. Узнаем, кто из вас двигается в битву за золото, а с кем мы увидимся ровно через одну битву в битве за бронзу в так называемом малом финале. Кто у нас двигается далее, синий или красный? Чьи аргументы больше убедили наших многоуважаемых судей? Тем временем Геша и Волкова Софья, будьте готовы. Ваш бэтл следующий, также полуфинал, а мы ждем. Ждем решения наших судей. Томительное ожидание. Также хотелось бы сказать, что мы двигаемся прямиком до церемонии награждения, поэтому, премногоуважаемые лейдис, сразу после финалов малого и большого, не убегайте от нас далеко, мы будем награждать, конечно же, фотографироваться. Вы обе будете нужны нам, также после малого и большого финала соответственно. Выгружается последний голос, и мы узнаем, кто из этих прекрасных юных B-Girls. Напоминаю, что это категория 7-9 лет, самые молодые, самые юные, те, кто делают первые шаги, наша надежда, наше будущее. Кроме того, это прекрасные ladies, которые заслуживают, конечно же, больше всего поддержки. Кто же у нас двигается далее? За кем будет финальная битва? А с кем мы встретимся в малом финале? Китсуне двигается у нас прямиком в финал. Аня, будь рядом, сразу через один бэтл ты будешь биться за бронзу. Спасибо вам, девчонки, мы двигаемся к полуфиналу под номером 2. Красную сторону, слева от наших многоуважаемых судей, занимает B-Girl Геша. Занимай свое место. Красная сторона слева от судей, противостоять ей будет в синем углу Волкова Софья. Справа от судей. Прекрасно, мы просыпаемся, есть поддержка, это замечательно. Минимум 2 раунда, 2 мощных выхода, на кону финал. Диджей Карелла, заводи! Начинает Софья. Давай!
Спасибо, ladies, спасибо, диджей. Это был полуфинал под номером 2. Вау! Это были Геша, Волкова, Софья. Как вы можете видеть, первый раунд у нас забирает Геша. Что у нас по второму? Увидим ли мы второй тайбрейк или сразу двинемся к балому финалу, к битве? За третье место, за бронзу. Кто у нас двигается далее? Синий или красный? Красный или синий? Геша у нас в финале. Софья, ты нужна нам здесь и сейчас. У нас сейчас будет малый финал, поэтому оставайся, не убегай далеко. С Гешей мы увидимся в финале, ровно через один бэтл. Также все девчонки, вы нужны нам будете на церемонии награждения сразу после малого и большого финала, соответственно. У нас на очереди битва за бронзу. Красная сторона у нас — это Ярулина Анна, занимая свое место слева от судей. Синяя сторона — Волкова Софья. Девчонки, у вас по два раунда, минимум два мощных выхода. Это битва за бронзу, самая юная номинация. Big Girls, категория 7-9 лет. Вперед, девчонки, погнали! Let's go! Софья снова начинает. Top Rock Skills! Отвечает Аня. Что осталось в арсенале? Come on! Mm-hmm.
раунд номер два. Софья, танцпол твой. Познала цен. Ответ. Аня. Красный диалог. Yes. Спасибо, ladies. Это была битва за бронзу. Малый финал. Как вы можете видеть, первый раунд с перевесом всего в один голос забирает Софья. Второй раунд она забирает более уверенно. Самое время, девчонки, пожать ручки, обняться. И вы обе нужны нам на церемонии награждения, которая состоится сразу после финала, куда мы плавно переходим, перетекаем. Красную сторону занимает B-Girl Gesha. Yep. Синяя сторона у нас B-Girl Kitsune. Занимайте свои места, девчонки. У вас минимум два раунда, два мощных выхода. Это финал, битва за золото. Давайте дадим шума. Это самые молодые девчонки. Let's go! Суна начинает. Первый раунд. Финал. I'm
Ответ. Yes, вот так вот это было. Это был финал. Геша versus Китсуне. Первый раунд забирает у нас Геша. Второй также за ней. Китсуна у нас занимает второе место. Жмите ручки, обнимайтесь. С обеими вами мы увидимся прямо сейчас, буквально через несколько мгновений, на церемонии награждения.